Приветик, друзья! Сегодня мы отправляемся на шопинг в три бюджетных магазина одежды в Норвегии: Hennes & Mauritz, New Yorker и Yellow. В конце видео нас ждет распаковка. Я покажу вам наши покупки с ценами. Приветик, я Ксюша, и вы на моем развлекательно-познавательном канале из Норвегии, где можно найти много интересного и полезного. Мы начнем с Hennes & Mauritz, где всегда можно найти стильные вещи по доступным ценам. Да еще и в июне здесь большая распродажа. Здесь есть все от базовых вещей до модных новинок. А во время распродаж можно одеться дешево и модненько. Давайте пробежимся и посмотрим вместе. В Hennes & Mauritz началась распродажа. И смотрите, вот эти вот красные бирочки, написано «Фра» 150 крон, «Фра» 200 крон. Это не значит, что эта платьишко стоит 200 крон. Это значит, что от 200 крон. Так что смотрите. Вот здесь написано «Фра» 60 крон, а вот это стоит 90. Следующий магазин – это магазин New Yorker. Этот магазин известен своими трендовыми и молодежными коллекциями. Давайте посмотрим, какие интересные вещи мы сможем найти здесь. На черных бирочках указывается цена товара. Вот эти вот шортики, например, стоят 209 норвежских крон. Смотрите, даже есть гривны – 699 гривен. Вот так вот. Качество какое-то такое непонятное. Вот это вот. На льняные штаны. Смотри. Да, кстати. На льняные штаны. Выбор маечек был огромный и цена приемлемая. Вот такая футболочка 89 норвежских крон. Это дешево. А вот маечка 39. Вообще почти бесплатно. Огромный выбор мужских вещей. Вот такие вот футболочки 89 норвежских крон. А это я сразу и не поняла. 19 крон, представляете? Купила это. Нормально. Последний магазин, который бы я хотела вам показать, это магазин Yellow. Этот бренд предлагает одежду, обувь и аксессуары по очень привлекательным ценам. Но женские вещи меня как-то не привлекли. Thank you.
Какие еще мне бы хотелось показать в этом спортивном магазине шлепки? Они очень мягкие и очень удобные. И сейчас в этом спортивном магазине на них скидка. Сейчас мы с вами сделаем распаковочку и посмотрим, что же купила Ксюша и ее мама. Вот это вот кроссовки купили папе. Кстати, дешевый магазин называется «Желтый магазин», «Green Boutique». Я такого магазина еще не видела. Вот смотрите, какие легенькие, хорошие. Стоят 400 крон. Можно поменять в течение 90 дней, если размер не подойдет. Теперь вот мы были в магазине «Нью-Йорк». Это классный магазинчик. Нам с мамой очень понравился. Мы, оказывается, в Нью-Йорке были и в Польше. В Кракове, да. И это, так сказать, мамины покупки. Вот это вот футболочка. Сколько такая футболочка, мама? 58. Сейчас посмотрим. Такая футболочка 89 крон. 90 крон. Вот, смотрите, очень хорошее, приятное качество, хорошее, вот что-то бумажное. Вот это вот мама купила себе такую вот туничку. Это на юг поедем, под шортики. Вечером на балкончике. Под брючки, под все. Да даже на беге можно тут тоже. Да, да. На беге тоже можно. Когда тепло, когда вполне тепло, можно. Вполне. Надо или шортики, или лосины. Можно лосины. Вот отлично. Шортики мама себе купила. Тоже, может, тепло будет. Легенькие шортики на море. У меня есть двое шортиков, но они все такие джинсовые. И вот она, посмотрите, какую кофточку купила. Кстати, очень красивая кофточка, беленькая. Кстати, подошло. Сколько шортики? Шортики. Кстати, цены, мои дорогие. Цены. Вот эта вот туничка стоит 200 крон. 210 крон. Ну, мягенькая, хорошая, но сами чувствуете. Не прям. Мнется. И не мнется ничего. Шортики вот эти вот 159. Шортики дороговато, конечно. Ну, ага. Мама, качество же хорошее. Они не дышат. Они не мутся. Надо было себе купить. Так, смотрите, вот эта вот кофточка очень хорошая, на юг. Красивая, под все. Да. 130 крон. Ну, даже вообще. Да. За 130 крон купи, пойди, что там маме. Вот, они еще купили папе маечку. Одна единственная была, хотела две купить. Она такая была маечка. 70 крон. Ну, еще мама очки купила, но потом как-нибудь покажет. Теперь давайте посмотрим, что Ксюша себе купила. О, Ксюша, все, в сумке в одном. Выкладываешь, что прячешь от народа? Да не прячу, я же выкладываю, потому что чтоб магазин к магазину. Вот Ксюша себе купила. Как вы уже видели с видео, я купила себе вот такие вот шинцы. Знаете, у меня таких джинсов нету, но вот захотелось мне как-то вот расклешенные. 70-е. Ну, вот захотелось мне такие джинсы. 70-е, Ксюха. Да? Да. Папе ходы еще более расклешенные. Такие джинсы вот стоят 309 крон. Недорого. Недорого. По сравнению. И, кстати, ткань очень хорошая, приятная. Мягенькая, хорошая. Ксюша себе купила спальные трусики. Такие трусики стоят 109 крон. Ну, недешево. Тоже. Ну, спать. Если пойти в, допустим, Капахи или там дороже. Купила маечку. Такая маечка стоит 60 крон. Маечка. Я не купила. Я не люблю узкие, тонкие эти. А я вот люблю так. Вот, смотрите, что Ксюша купила. Ой, вот ну, эту Ксюша вот молодец. 209 крон. Смотрите, какая прелесть. Рубашечка. Я почти за такую рубашку отдала почти 500. Не такую, мам, у тебя лен. Ну, лен. Ну, а это совсем другое. Ну, это лен мнется, а это вообще практичнее. А сколько, какой тут состав? Состав, посмотрим состав. Мам, лен не сравнивай. Катон. Стопроцентный катон, ребята. Прошу. Представляете, как оно дышит вообще? Красота. Да, прямо вообще. Еще такую маечку.
Тоже сейчас посмотрим, сколько она стоит. Камаечка у нас стоит 70 крон. Смотрите, красавица. Ну, в знаменитых магазинах не найдется. Не-не-не, я считаю, это вообще самый дешевый магазин, который я вообще за последнее время видела. Вот это вот я тоже такую туничку купила, а только я купила беленькую. Ну, молодая же. Молодая. Мы же как-то должны различаться. Действительно. Тоже такая же цена. 209 крон. И купила себе носочки. Посмотрите, какие красавицы. Как носочков? Это же носочки. Это каждый магазин. Каждый магазин. Это носочки. Посмотрите, сколько много. 70 крон. А цвета какие классные. Каждый, а что я не купила? 2, 3, 4, 5, 6, 7 носочков. Получается 10 крон одни носочки. Да. Леша, а что ты не купила? Мама теперь жалеет. Так, смотрим дальше. Дальше заскочили, так сказать, в нормаль. Как же мы могли в нормаль не заскочить? Так, мама, это, по-моему, твое. Я купила лапу. Да? За 16. Аж 16, ну, мама, слезет. Ну, ладно. Все равно, мне не надо долго. А вот я еще купила в этом, в Нью-Йорке. Вот такие вот. Ну, такие не коротенькие, посмотрите, три пары. Видите, под кроссовочки такие тоненькие. Носки же тоже, мне же носки надо. Ну как же без носков? Вот это купила мама. Она смотрит у нас в интернете, читает, и у нее нужно для бровей гель. Да, мама? Да. Да. Для бровей. Кстати, для бровей. Мам, сколько стоит, ты не помнишь? Нет. Не помню. А около 70 крон. Не помню. Вот видите. Лак 16 крон. Лак 16. Так, вот это вот купила. Я купила, и мама купила. Я не знаю, где мама. Это для духов с собой, когда брать, ехать на юг, это вообще хорошо. Купила для рук крем. Давайте понюхаем вместе. Мне очень нравится запах манго. Вы знаете, я вообще манго, от него обожаю. Я и чай люблю с манго. Я очень люблю запах манго. На, Маш, помаш. Я тебе разрешаю. Так, вот это я купила... Следите за моим каналом, я вам покажу, что с этими баночками я делаю. Я сюда наливаю розовую воду и орошаю свои волосы. Вот так. Только волосы. Летом, когда на юг поедешь, надо лицо орошать. Было две баночки, уже одна осталась. А ты две купила? Да. Не знаю. Посади, что это. Так, смотрим, я же еще не все. Вот мама. Да, мама. Вот это, кстати, вот это для духов стоит 39 крон. Взял немножко и все. Купила себе такую сумочку. Мама сказала, что очень дорого. Ну, прям очень дорого. Очень-очень-очень. Смотрите, какая прелесть. Пум-пум-пум. Ну, я сюда буду, так сказать, сережки ложить. Сережки я буду ложить. Ой, да у тебя для сережек? Нет, я же на юг еду или куда-то иду и сережки положить. Или когда к ребенку еду. Купила себе вот эту самую лучшую пудру в мире. Она действительно самая лучшая, рекомендую. Уже, она уже старая, ей уже 3 года. Я уже там осталась чуть-чуть. Ох, она... В следующий раз пойду в нормаль, тоже такие куплю. Вот такая пудра тоже около 100 крон, 100 с чем-то, я не помню точно. И вот это рекомендую тоже. Это такая вот по типу... Ну, расскажи, что это такое. Мама это... не знает. Мама, не понимает, это по типу такое. Тоника. Только когда ты накладываешь на лицо, оно превращается, такой цвет дает тебе, такой, знаете, немножко коричневый. А это тоником не надо? Не надо тоником. Это такое легкое, 24 часа держится и легкое. То есть тоник, если куда-то там на фест, а это так легко нанес, оно загладило какие-то там нюансы. Повседневное. Да, повседневное. Это тоже около, по-моему, 100 с чем-то крон. 110, я не помню точно, около 100 крон. Вот еще одну я такую купила, чтобы не мало было. И еще все. Больше я ничего не купила в этом нормале. Теперь я купила еще себе 3 трусиков. Их показывать, мама? Конечно, покажи, народу интересно. Вот 3 трусиков. Именно такие, вы знаете, на каждый день. Именно трикотаж, качество трикотаж. Хорошее. Трикотаж, трикотаж. И они очень хорошо сидят. Это я купила их, я даже не помню, по-моему, в Капахе. Капахе? Капахе. Нет, в Линдексе. Нет. Не в Линдексе? О, в Линдексе. Ну, это хорошее. Я когда-то в Линдексе купила, были не очень. Мы купили в Хеннес Маурис, мама. Да? Хеннес Маурис нехорошая, а это хорошие. Эти трусы намного... Это, в общем, вот как-то так, смотрите. И 3 трусиков берешь, заплатишь 3 за 2, короче, за 3 двое.
200 крон, 3 трусика. Еще я купила себе вот такие тапочки, как вы уже поняли по видео. Очень дешевые, очень удобные и очень рекомендую. Только смотрите, есть подделка. Поэтому покупайте в таких магазинах. Вот это оно должно быть мягенькое. В спортивном я купила. Да, потому что есть подделок много. Тапочки. Они мягенькие, так, спортивные. Это купила мама. Купила папе мячик. Массаж делает попе. Массаж делает. И вот такую штуку. Видите? Он тоже для массажа. И массажирует. Да, это тоже для массажа. Это 250 крон. Но массажировать все можно. И очень хорошо, видите, на вот эти вот точки. И ноги, и спину. И... Ну, посмотрим. Пусть попробует. Вот это папе. Сколько ты ему сегодня подарков купила? Ой, я его сегодня озолотила. Ну все, больше ничего, мама. Ну, мне о, денег. Тарелочка. Нет, я купила, но они мне там стоят. Они сильные, которые давно стали. Вот тарелочку. На Пасху будем. 50%. Лимончик ложи. Ну, фрукты можно. Ну что, хорошая такая тарелочка. Кстати, 50% в Ниле. И сколько стоит 50%? Все, 80 крон. Вот как-то так мы искупились. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк. А если мой канал, то подпишитесь. До новых встреч. Пока-пока.